Лекция на тему начала курсов. Курсы будут назначаться специальными людьми, которыми будут закрепы за академией. Получается, тренера, тренер, лектор, глава академии и так далее, да? Все это будет позже, введено опять же. Прохождение курсов будет проходиться 3 рабочих дня. И полных. Первые 3 курса, 1, 2, 3, будет состоять из лекций и тренировок. Четвертый курс будет это... получается, четвертый курс это будет экзамен. Экзамен сдается в электронном виде в Google форме. Вопросы есть? Нет. Сколько проходится курс? Что еще раз? Курсы проходятся сколько дней? Дней сколько? Да. 3 рабочих. 3. Гусь, что молчи? 3. Все, понял. Четвертый курс вы как будете сдавать? Экзамен, тест. Экзамен. Экзамен. Google форме. Лекция окончена.